Эй, обернись. Федерико, что ты здесь делаешь? Хотел узнать, научился ли мой братишка драться. А, и? Стиль у тебя есть, но здесь главная выносливость. Посмотрим, скольких ты сумеешь одолеть. Назад! Назад! Стой! Мы же почти победили! Твоя губа. Просто царапина. Это решит доктор. Это ни к чему. Кроме того, мне нечем заплатить доктору. Все спустил на вино и женщин, а? Не спустил, а потратил с пользой. Дашь мне в долг? Или ты тоже все спустил? Обыщи их. В их карманах что-нибудь да найдется. Va bene, достаточно. Уходим, пока не явились стражники. Thank you.
Торопись. Чем раньше мы закончим с доктором, тем скорее ляжем спать. Лечу всех. Бентровато, доктор. Фрателли аудиторе, неудивительно. Вы скверно выглядите, юноша. Ничего, пустяки. Спасите его. Смазливое личико — это все, что у него есть. А фото ты. Готово? А теперь выметайтесь. Грация. Сюда. Ну и ночка. Вот если бы все остальные были такими же. А, стой. Ведь так и есть. Нам пора домой. Отец, должно быть, пытается понять, куда мы пропали. Да. Не хочу получить от него нагоняй. Может, на перегонки? Куда? На крышу вон той церкви. На счет три. Уно, дуэ, тре. Тебе еще учиться и учиться. Вперед, черепаха!
еще учиться и учиться. Вперед, черепаха! Ну давай, сюда. Куда ты? Увидишь. Наша жизнь прекрасна, брат. Великолепно. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. Ладно, хватит. Нам в самом деле пора домой. Идем. Стой. Что? Эцио, дай Кристине поспать. Она сможет выспаться потом. А. Кацо, это в Ере. Нужно спрятаться. Ищите! Он не мог далеко уйти. Ну что, покидаемся карликами? Макафа, он в своем уме. Кристина! Кристина! Кто здесь? Я! Эцио, я так и знала. Можно войти? Ладно, но только на минутку. Больше мне не нужно. Это точно. Я не то хотел сказать. Иди сюда. О, Эцио.
Кристина! Кристина! Свелья! Скоро придет твой учитель! Ну же, дочка, это совсем не страшно. Фио Дункане, что это? Пердонатеме, сэре! Кьедо веня! Я убью тебя! Ну что вы, в этом нет необходимости. Стража! Стража! Волю ла суа теста! Ора! Куда? Не нужно применять силу! Вот он, за ним! Только трус скрывает свое лицо. А вы меня с кем-то путаете. Ей нужна была чья-то помощь. Я ни в чем не виноват. Новая мода скоро пройдет. Альберти был последним настоящим мастером. Но у меня... Ужасно старомодный плащ. Подходите, покупайте. Все, что вам нужно. Резкий, старый. Этот идиот что-нибудь сломает. У меня лучший выбор. Подходи, не стесняйся. И убедитесь в этом. Так уже лучше, но я всегда говорю, лучшее лечение – это профилактика. Откуда он? Доброе утро, отец. Пойдем со мной. Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипаци. И о визите к Кристине тоже. Твое поведение недопустимо. Ты такой же, каким был я в твоем возрасте. А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец. Честное слово. Я подготовил несколько документов для Лоренцо Медичи. Их нужно ему доставить. Хорошо, отец. Отнеси их и возвращайся. Оказалось, что в 16-м году у меня был...